Правительство Сибирского федерального округа Республики Тува, призор Правительства России. Тренируется под руководством Эргит Кызыл. Кызыльский район. В синем трико борется Арсений Николаев. Осинский район и Иркутская область является победителем первенства Сибирского федерального округа и автопризом первенства России. Тренируется под руководством Александра Федоровича и Льва Александровича Болтуевых. Победу Богомов на Кобрице одержал Маслов Дмитрий, Иркутская область, город Тула. На ковер приглашается Тарасов Александр, Казанский район. Уршеев Данил, Альфо. Приготовится Батудаев Артем, Казанский район. Тамсараев Жамбал, Забайкальский край. На ковер приготовится Кирилл Казаков, Валерий Алабуев. На ковре борется красный трико Александр Тарасов, Осинский район, Иркутская область. Является победителем первенства Иркутской области, победителем первенства Сибирского федерального округа данного года, этого года. Тренируется под руководством Ланкеева Матвея. Его соперник Улшеев Данил представляет Альфонский район, Иркутская область. Тренируется под руководством Виталия Малакова. Так, на ковре продолжается интереснейшая схватка между Арзман Шахтыр и Арсений. На ковре цели победу держал Тарасов Александр, Осинский район. На ковер приглашается Батудаев Артем, Осинский район.